Так, начинаем. Смотрите, значит, мы с вами сегодня посмотрим основы компьютерной графики. А вот обычно люди, которые изучают программирование, они, ну вот как начинается программирование в школе? Немножко рассказывают там про алгоритмы, как блок-схемы рисовать. Потом объясняют какие-то основы языка программирования, вообще самые-самые основы. И вы пишете программу. Там, например, не знаю, дано 3 числа найти максимальное. Ну, это прям обычно вот первая пара или первый урок, самая основа вообще вот этих ифов и так далее. Как правило, первые программы, которые люди пишут, они вот такие вот консольные, да, черный экран какой-нибудь, там консольное приложение, там, не знаю, вы его запускаете. Там, вот, например, программа DIR, которая, да, выводит содержимое папки. Вот. Вы запускаете, программа запускается, вы там числа вводите, она что-то читает и так далее. Вот. Следующий этап обычно по программе, либо на этом курсе, либо на каком-то другом, вы уже начинаете окошки какие-то делать, там кнопочки расставлять, там и так далее, и так далее, и так далее. Как правило, обычно на этом все заканчивается. Вот. Ну, если это не считать каких-то уже спецкурсов там по программированию баз данных, там, где уже именно прикладные вещи рассматриваются. Вот компьютерная графика – это как раз один из таких прикладных курсов. Вот. Программа, которую мы сегодня с вами напишем. А, кстати, смотрите, да, пока я рассказываю, вы можете за мной повторять все, что я делаю. Значит, для этого вам понадобится Visual Studio. Если кто... Это такая среда разработки. Вон в Гугле можете написать Visual Studio Community. И... ну, скачать, собственно говоря. Извините, ну, пожалуйста. Да. Я так уже писал все свою игру. У меня там Visual Studio и Unity и так далее. Уже все установлено. Ну, окей, молодец. Так, ну, значит, просто пока слушайте меня. Вот, у кого не установлено, вот, можете скачать. А, да, надо же еще кое-что доставить будет. Вот, когда она у вас, вы запустите установку, у вас откроется вот такое вот окошко. Ну, когда Visual Studio спросит, а что еще мне ставить? Вам понадобится вот так, вот это вот, Desktop Development with C++. Я не помню, как это на русский, ну, типа, среда разработки C++ для рабочего стола, что-то такое. Ну, в общем, там C++ будет написано, вот здесь в названии. Вот, все это вместе займет гигабайт 8. Ничего, все остальное можете галочки отжать, оно нам не понадобится. Вот, остальное нам все не понадобится, поэтому вот пока я буду как раз рассказывать, оно скачается, установится и так далее. Вот, если какие-то вопросы будут, в чат напишите, ну, или скажите, я там помогу. Вот, пока рассказываю. Смотрите, значит, мы с вами сейчас попробуем написать программу, которая работает с видеокартой. Типичный пример такой программы – это абсолютно любая игра. Абсолютно любая игра. Сейчас, вот как выглядела разработка игр раньше? Значит, брал программист и начинал писать программный код. Как? Сейчас мы разберем. Тыры-тыры-тыры-тыры-тыры-тыры-тыры. Подгружал текстурки, подгружал там модельки. Вот. И опа, игра сделана. Вот. Дальше потом люди сообразили, что... ну ведь программист-то, он не всесильный. То есть он и ему, получается, надо и код писать, кодом уровни писать, и модельки как-то кодом описывать и так далее. Тяжело одному человеку, ну, по крайней мере, человеку с образованием программиста, делать вообще вот все вот эти вот операции и процедуры по разработке игр. Вот, и постепенно стали выделяться люди, которые занимаются чем-то одним специфическим. Например, кто-то модели рисует, кто-то игровую логику пишет, кто-то это и так далее. Вот, мало того, появилось такое, что вот, например, сделал человек игру, да, условно говоря, стрелялку. То есть он вот сам сделал, условно говоря, написал 100% кода. Вот, а потом взял и начал делать вторую игру. Ну, и получается так, что он вторую игру, он же не будет делать ее с нуля опять. Он, скорее всего, возьмет какие-то наработки из первой и применит во второй. И то есть вторую игру он сделает намного быстрее, потому что уже какие-то наработки есть. И так получилось, что вот такие вот наработки, они
скопились и получились такие программы, которые называются компьютерными движками. Раньше они были строго закрытыми практически всегда. Раньше это лет 15 назад. Вот. Но в последнее время все крупные и уважающие себя движки стали бесплатны для использования, некоммерческого использования. То есть вот тот же самый Unity, Unreal Engine, CryEngine просто скачиваете и фактически не умея вообще работать никак с компьютерной графикой, потому что все за вас уже сделали разработчики движков. Вот как раз код, который работает с графикой, это как раз то самое одинаковое, которое во всех играх повторяется. Поэтому, а зачем много раз делать одно и то же, когда можно взять и какую-нибудь вот Unity взять. Там уже много всего готово есть. Вот. И получилась такая штука, что вот, например, вот хотите вы написать какую-нибудь программку, ну вот, например, вы уже работаете, представьте, да, причем не в геймдеве, а работаете где-нибудь, ну, пишите программу программистам, и вам надо снабдить вашу программу какой-то визуализацией, чтобы она рисовала какую-то трехмерную картинку. Ну, например, я не знаю, рассчитываете вы крыло самолета, ну, условно говоря, потоки воздуха, и чтобы у вас программа ваша рисовала это крыло и стрелочками показывала, как там воздух обтекает этот самолет, условно говоря. Вот. А вы же не будете ради этого игровой движок использовать? Нет, можно, конечно, можно, но тащить ради такой задачи целый здоровый какой-нибудь там Unity, который достаточно тяжелый, в принципе, вот, было бы нецелесообразно. И поэтому, в принципе, навыки написания графических программ, они все равно требуются. В разработке, мало того, это достаточно одна из самых сложных областей, потому что от вас требуется писать код, который работает быстро. И причем под каждую видеокарту он еще немножко различается. Вот сейчас вот как раз мы разберем, как писать такие программы. И одну из них напишем. Значит, вот, когда вы будете скачивать Visual Studio... А, ну потом я расскажу. Вот сейчас я немножко опишу, как работает... Ну, какой принцип действия подобных программ. Как вообще работает видеокарта и как она рисует картинку. Вот я воспользуюсь блендером в качестве помогальщика. Это, кто не знает, трехмерный редактор, да, бесплатный. Можно зайти на сайт blender.org и его скачать. В принципе, наверное, многие, наверное, из вас им пользоваться умеют. Вот, но он как раз графический редактор, как раз представляет тоже такую же программу, которая написана с использованием того, что мы сегодня с вами будем рассматривать. Вот, вот смотрите. Существует некое трехмерное пространство, да, в котором три оси X, Y и Z. Вот. Оно не настоящее, его нет в реальности. Оно, будем считать его виртуальным, вымышленным. То есть, да? Вот. И в нем существует кубик. Задача компьютерной графики заключается в том, чтобы перенести кубик из вот этого воображаемого виртуального пространства вполне конкретное двухмерное пространство у монитора, чтобы у монитора загорелись определенные пиксели, рисующие этот кубик. Причем, смотрите, какая кубик-то он не меняется, да, положение свое не меняет и не вращается в этом пространстве, но постоянно, постоянно на мониторе занимает разные пиксели. Вот как же это так? Кубик не двигает, вроде как двигается, вроде как не двигается, а пиксели загораются разные на экране. Вот, собственно, этот перечень математических операций настолько оказался вычислительно сложным, на самом деле, что в компьютер пришлось добавлять отдельную деталь, которая занимается его расчетами. То есть вынесли вот эти расчеты по формированию кадра с центрального процессора на видеокарту. Собственно, видеокарта — это как раз то, что вот заставляет этот кубик тут рисоваться. В принципе, раньше, там, в 90-х, когда еще видеокарты стояли не в каждом компьютере, был еще программный рендеринг. Ну, то есть визуализация изображения на центральном процессоре. Работало медленно, но, по крайней мере, везде работало. Вот сейчас, если старые игрушки скачивать, там, 90-х годов, то там уже 3D-рендеринг работать не будет, потому что зависит он сильно от драйверов видеокарт тех времени, а программный работать будет. А современные процессоры с этим сейчас, ну, ура, справляются. Вот, давайте рассмотрим, что вообще происходит и как рисуется кадр. Значит, видеокарта работает по определенному алгоритму. Он называется pipeline по-английски, а по-русски графический конвейер.
Мы с вами будем программировать, используя такую штуку, как OpenGL. Слышали, наверное, да? OpenGL, DirectX, Vulkan, слышали. Вот, что такое OpenGL? OpenGL — это некая спецификация. Что такое спецификация? Спецификация — это набор функций. То есть разработчики OpenGL говорят, да, что вот мы выпускаем там спецификацию OpenGL версии 4.6. Вот, то та видеокарта, которая должна, будет соответствовать этой спецификации, должна уметь делать функцию эту. А уже разработчики видеокарт, если хотят, чтобы их видеокарта соответствовала спецификации там OpenGL 4.6, эти функции реализуют. И вот когда они все будут успешно работать, они берут все это в коробочку, закрывают, ставят там печать, соответствует там OpenGL, и программисты, которые купят эту видеокарту, смотрят, о, соответствует, отлично. Значит, они могут использовать функции, которые в спецификации заявлены. То есть сами авторы OpenGL, они фактически просто описывают возможности, да, а вот разработчики видеокарт, они все это реализуют. Значит, вот, в OpenGL есть два вида конвейера графического. Ну, старый и новый, вот, старый называется фиксированный конвейер, соответственно, новый называется нефиксированный конвейер. Вот мы с вами рассмотрим старый конвейер, фиксированный. Я потом скажу, чем он отличается от нового, почему. Потому что если бы мы сейчас начали рассматривать новый конвейер OpenGL, дай бог, к вечеру бы нарисовали первый кубик на экране. Вот, это очень долго, времени у нас не так много. Вот, поэтому я вам рекомендую, если вам понравится то, что я говорю, потратить еще там пару дней на изучение старого конвейера, а потом спокойно можете переключаться на новый, но помня все, что вы знаете о старом. Новый — это улучшенный старый. Вот. Все принципы в нем те же остались. Вот, ссылки, что почитать, если понравится, я, конечно, расскажу. Вот, ну, значит, да, сразу говорю, что мы с вами сегодня будем заниматься не тем, что работать в движках, а тем, что... Вот это должны знать те, кто свои движки разрабатывают. Не те, кто их использует, а те, кто разрабатывают. Вообще в программировании очень такая популярная тема. То есть я не хочу уметь пользоваться инструментами, я хочу создавать инструмент. Вот. Да, это как вот с машиностроением, да, вот можно там, я не знаю, уметь пользоваться гвоздями, ну, грубо говоря, а можно уметь пользоваться станком, который делает гвозди. А на чем тогда сделать станок, который делает гвозди? Тоже на таком же станке там и так далее, ну вот грубо говоря. А, значит, смотрите, вот о чем мы сказали, есть вот воображаемый виртуальный мир. Вот, допустим, в нем есть какая-то воображаемая точка А. Вот, нам надо сделать этап номер один, чтобы у нас точка А переместилась на экран, то есть А стала А экранной. Отображалась на экране. Экран, что такое экран? Да, экран — это просто прямоугольная плоскость, у которого ось Х направлена, как в школе учат, слева направо, а ось Y почему-то направлена наоборот. Вот так вот. Вот, но тем не менее. У вас, вам надо, получается, трехмерный мир превратить в двухмерный. И вот сейчас мы с вами будем пытаться думать, как это сделать. Смотрите, вот давайте возьмем в кубике какой-нибудь уголочек. Ну, допустим, вот этот. Вот наша точка А. Она находится сейчас в каком-то трехмерном мире воображаемом, да? Смотрите, я с этим кубиком могу делать разные вещи. Могу его вот двигать, да? Могу его вращать, могу его изменять, масштабировать там по-разному и так далее. Вообще вот по-разному. Вот, и это все повлияет на изменение точки А на экране. Отсюда вопрос. Вот, ну, сейчас давайте на 2D перейдем. Вот у меня есть двухмерная система координат. Да, да, тут будет математика, компьютерная графика, без математики никуда. Поэтому выбрасывайте ваши тетрадки по математике. Особенно те, кто в старших классах учится, без этого вообще никуда. Так, вот смотрите. Вот у меня есть отрезок какой-нибудь, ну дайте я его обзову. Там, ну, там будет 2, 2 координаты, а здесь давайте будет...
там 3-4. Вот у меня есть отрезок АБ, да, с какими-то точками. Вот смотрите, что, какую операцию над координатами мне надо, над координатами точек А и Б мне надо сделать, чтобы перенести этот отрезок, скажем, на 1,3. Вот на такой вот вектор. Вот я хочу, чтобы у меня этот отрезок переехал, где вектор 1,3? Вот какой-нибудь, ну, вот такой вектор получается, да? Чтобы вот у меня этот отрезок переехал вот на такой вектор. Что мне надо с координатами сделать? Нужно добавить. Правильно, да, да. Надо просто взять и к каждой точке присуммировать вот это. Тогда у меня получается, что вот мой отрезок, он переедет, ну, вот на этот вектор, грубо говоря. Я рисую на глаз, а рисовать я не умею, поэтому уж, извините, будет некрасиво, но как могу. Вот, то есть, ну, задача несложная, да? Вот. Хорошо, с этим разобрались. А скажите, что мне надо сделать с координатами А и Б, чтобы отрезок увеличить в два раза? Чтобы его длина, там новая длина, стала в два раза больше? Причем, обратите внимание, я не хочу, чтобы его положение сохранить. Надо, чтобы он стал в два раза больше. Больше меня ничего не волнует. Правильно, да, да, да. Если я каждую координату, вот точка А у меня, да, получается, это какая? 2,2. Точка Б у меня получается 3,4 с координатами. Вот, если я эту каждую координату умножу на 2, все координаты умножу на 2, то есть будет 4,4 и 6,8, то полученный отрезок, он будет хоть где-то здесь, он подальше уедет, да, конечно же, он уедет куда-то подальше, но будет в два раза длиннее. Вот. Хорошо, с этим разобрались. То есть, смотрите, у нас есть с вами три операции. Значит, с перемещением разобрались, с поворотом разобрались. А теперь такая, вот, допустим, я хочу взять... И повернуть этот отрезок на 30 градусов. Хочу взять и повернуть этот отрезок на 30 градусов относительно начала координат. Что мне надо делать с координатами? Ну, например, на 30, да, там на угол альфа. Вот тут как бы уже сложность начинается, да? Вот. Ну, в принципе, что, несложно, да, там взять, нарисовать один треугольник прямоугольно, нарисовать второй прямоугольный треугольник, там синусы, косинусы и так далее. Ну, в общем, можно придумать, как это сделать. Наш не геометрией сейчас занимаемся. Вот, смысл просто в том, смотрите, вот я сейчас назвал три простые операции. И на каждую из них принципиально другая формула расчета. Где-то надо складывать, где-то надо умножать и так далее. А у нас-то вот, вы видите кубик, да? Вот то же самое еще и в 3D происходит. Это ужас какой-то. Хочу вращаю так, хочу вращаю так, хочу перемещаю так и так далее. Видите, операции простейшие, а у каждой принципиально просто разная форма расчета и обработки. Это вообще нехорошо это. Вот, есть такая штука. Так, смотрите, значит, кто в 11 классе учится, наверное, знает, то в меньших нет, просто поверьте на слово. Особо вот в математику не хочу вдаваться. Есть такой математический объект, называется матрица. Матрица, например, матрица, ну, дайте мне А, у нас буква, там матрица Е, грубо говоря, Е тоже плохая буква, там матрица F. Матрица — это просто таблица с числами, ну, с любыми, там, 3, 8, минус 1, 0. Вот это матрица 2 на 2, а мы так далее. Вот, матрица — это отдельный математический объект, над которым можно делать множество операций. Каких? Их можно складывать, умножать, там, транспонировать и так далее. Вот, если вы, там, я не знаю, в гугле написать «умножение матриц», вон, вот на Википедии, да, соответственно,
Нет, давайте какую-нибудь картинку попроще найдем. Вот, матрицу умножаются по определенному алгоритму. Так, сейчас я найду. Ну, вот, например, да, картинка. Да, вроде понятно. Вот, есть матрица А, например, есть матрица Б. Умножаем А на Б. У вас получается, что строчка умножается на столбик. И так далее. Ну, этот вот... Этот элемент на этот, плюс этот на этот, плюс этот на этот, получается первый элемент новой матрицы. И вторая строчка формируется там другим способом. Ну, вот та, вторая строка, то на первый столбец. Вот. Получается матрица 4 на 4. Вот. Не в, ну, сейчас не суть, как это делается, просто поверьте на слово, есть некий объект математики, обозначается табличкой. У него объявлены свои правила сложения, свои правила умножения. Вообще, сложение и умножение – вещь достаточно вот, универсальная, что ли. Вот вы привыкли, вот есть числа, да, там 1, 2, 3, 4, 5. В начальной школе вас научили их складывать, умножать, вычитать. Ну, вот, то есть вас обучили объектам определенного вида и обучили операциям над этими объектами. В принципе, нормально. А вот объекты другого вида, и над ними есть другие же операции. С числами просто проще, потому что... Ну, числа можно представить хорошо. Там 3 – это 3 яблока, да, там 3 яблока и 2 яблока. Сколько вместе? 5. А с матрицами сложнее. Ими там трудно что-то посчитать, но ими можно описывать какие-то другие объекты. Вот сейчас я покажу, какие. Вот, например, повороты, перемещения и масштабирование можно описать с помощью матриц. И вот, собственно говоря, постоянно вычисляя вот эти матрицы, постоянно вычислять вот эти матрицы, как раз умеет видеокарта. Она это делает быстро. Вот смотрите, например, у нас наша точка А в двухмерной системе координат, да, имеет координата 2, 2. Да? То есть вот я ее вот так запишу в виде матрицы. 2, 2. Чтобы... Есть такое правило. Чтобы перенести точку А, надо ее умножить на матрицу перемещения. Вернее, матрицу перемещения умножить на эту точку. То есть мне надо, вот, чтобы получить новую точку А, мне надо сделать вот это действие. Взять какую-то матрицу перемещения и умножить на координаты этой точки. Значит, что за... Есть, если опять, спаси нас, Википедия. Матрица перехода. Вот. Любые операции, будь то масштабирование, поворот и перемещение, можно свести к операции умножения матриц. Вот. Соответственно, вот смотрите. Вот есть, например, вот такая вот матрица. Я ее в сокращенном виде напишу, хотя так на самом деле нельзя. Давайте с масштабированием тогда разберемся. Вот. Просто 2D... Ну ладно, давайте с перемещением. 2D-координаты, компьютерная графика рассматривается в обобщенных координатах. Что такое обобщенные координаты? Вы дописываете третью... Вот, например, у вас есть какая-нибудь точка с координатами А и Б, но вы еще единичку дописываете, и все. Зачем это надо, не заморачивайтесь, просто три координаты у вас будет. Вот, например, у нас с вами есть вот... Точка, да, 2,2. Ну, в обобщенных координатах будет 2,2,1. Соответственно, если я хочу ее переместить на некий отрезок АВ, то я просто записываю вот такую вот матрицу. 1, 1, 1. Например, там на 3, 4. 3, 4, 0, 0, 0, 0. Вот если я умножу эти матрицы друг на друга... По правилу умножения матриц. Ну да, мы же не математикой занимаемся. Я что получу? Я получу вот такую матрицу. 5, 6, 1. То есть я получу координаты точки, которая перемещена. То есть фактически, да, чтобы у вас получить новую точку, вам надо взять некую матрицу перехода и умножить на координату старой точки. Именно в таком порядке. Здесь порядок играет роль. То есть здесь не как А на Б равно Б на А. Здесь вот, вот так. Вот. Подробнее, как это делать, вас научат либо на первом курсе университета, либо в старших классах школы, в зависимости от школы. Я думаю, если школа математическая, там инженерная, наверное, матрицы будут проходить в школе. Вот. А есть, кстати, кто проходит?
Напишите из старшеклассников. Потому что мы в школе проходили. И дифференциальное уравнение проходили. Вообще, школьнику это больно изучать. Комплексные числа. Вот. Вы получаете тогда матрицу с перемещением. Ой, точку с перемещением. Да, у нас сейчас конференция с вами закончится. Я тогда тут же пересоздам. Вы просто по той же ссылке переподключаетесь. Хорошо? Мы там, я конференцию новую начну, мы 2 минуты ждем тех, кто приходит, и продолжаем. Вот. Только я иногда забываю экран включать, поэтому мне напоминайте, если экран не видно. То есть любое преобразование можно свести вот к этому. Чтобы получить измененную точку, надо взять нужную матрицу преобразования, умножить на эту точку. Вот, у нас есть вот матрица, значит, для масштабирования, для поворота. Вот как, вот хочу повернуть на угол фи, да, вот на 30 градусов. Значит, считаю на калькуляторе там косинус этого фи, синус этого фи, пишу все в эту матрицу, умножаю на точку, опа, получаю результат. Вот, и то же самое с перемещением. Смотрите, у нас получается, что все вот эти матри операции, которые разные, свели к простому умножению матриц. Вот. Иногда простому умножению матриц. Может, оно для вас простым не кажется, но уверяю вас, когда у вас в институте начнется программирование и какой-нибудь там алгебра и геометрия, вот, и будут этими матрицами вас мучить, вы сядете и напишите вам себе программу, которая их считает. Там, не знаю, 10 строчек кода, грубо говоря. Ну и вот, кстати, было бы неплохо вот тоже с точки зрения практики взять на языке программирования, которое почитать, как умножаются матрицы, и написать программу, которая их умножает. Это делается, не знаю, за 10 минут, грубо говоря. Несложно. Вот, но суть, смотрите, вот я обещал, да, вот мы уже можем в соответствии к каждому преобразованию сопоставить какую-то матрицу. Вот видите, если мы в соответствии с числами, к числам сопоставляем количество каких-то объектов, а с матрицами можем сопоставить какие-то преобразования. То есть вот матрица, это получается хорошая математическая модель, чтобы какой-то вот эффект реального мира, ну, у нас же есть повороты масштабирования, эти преобразования в реальном мире, вот мы можем с помощью вот этих вот самых матриц эти преобразования в математику засунуть. И не думая, не каждый раз не решая задачи с этими синусами, косинусами и так далее. Ух, все уже вот за нас посчитано. Вот. Теперь я возвращаюсь сюда. То есть получается, я могу с кубиком делать много разных вещей. Из-за этого его координаты его точек, они будут меняться. Ну, допустим, у нас внутри кубика своя система координат какая-то. Вот. И получается, чтобы вот эти все преобразования... Чтобы все эти все преобразования мне... Так, а где здесь выделение-то? Что-то найти не могу. Так, что-то у меня... Не понял. Что с пейнтом стало? Где выделение мышки? Помогайте. А, о, господи. Еще не убрали-то это. Вот, чтобы все вот эти преобразования нам применить, первый этап, который нам надо сделать, это превратить точку А, ну, пусть она будет локальной у нас, давайте ее локальной назовем. Вот так я L напишу, букву локальная. Нам надо превратить точку А локальная в точку А мировую. Ну, локальную, ну, представьте, что она, да, она в координатах кубика дана. Вот, то есть крути, не крути кубик, координаты точки А заданы в нем локально. Вот, а мы хотим преобразовать его к мировой системе координат, то есть вот к этой большой, которая у нас вот эта вот здоровая. И для этого что мне надо сделать? Чтобы получить А мировую, мне надо взять матрицу модельную и умножить на координаты вот этой точки А локальной. Что такое матрица модельная? Вот представьте, что мы взяли наш кубик и перевернули его, то есть сделали поворот. Потом мы взяли и сделали, дайте я по-английски буду писать, сделали поворот. Потом взяли и сделали вращение. Потом взяли, отмасштабировали. Потом опять повернули. Потом в другую сторону повернули. Потом опять перенесли.
То есть сделали какой-то набор преобразований. Translation, Translate, Rotate, Scale. Буква, да? TRS, почему я их использую. Вот, это все матрица. То есть взяли, умножили, 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 умножили. И все вот эти вот процедуры, это вот будет матрица модельная. В обратном порядке все это указывается. Ну, вот из-за вот этой формулы, да? Потому что если я хочу вот это вот, что у меня получится опять преобразовать, я же напишу новую матрицу вот сюда. Вот, поэтому матрицы добавляются в другую сторону, пишутся. То есть не как вот мы добавляем множители, да, а в другую. Вот, то есть матрица модельная — это просто произведение всех матриц со всем, что было с кубиком нашим. Так, у нас сейчас закончится конфа, дайте я ее переначну. Скажите, вам как понятно или тяжеловато? В принципе, понятно. О, понятно, видите, как хорошо. Понятно, да. Вот. Так, да. А, ну еще 2 минутки есть, пока еще не буду переначинать. Вот, значит, куда они эту кнопку убирают? Вот, сделали. Так, хорошо. Значит, теперь смотрите. Следующее. Значит, допустим, мы с вами на наш кубик смотрим из какой-то точки. Ну, допустим, вот. Из этой точки мы с вами смотрим на кубик. Вот видите, да? Она дальше, она ближе, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот мы же, когда что-то... Допустим, вот это вот наш экранчик. И нам надо все точки вот этого кубика перенести на этот двухмерный экранчик, допустим. Вот. Смотрите, я кубик сейчас не двигаю, но он в рамках экрана меняет свои координаты. Это значит, что положение точки, откуда мы смотрим, тоже нам надо как-то надо учитывать. Это непонятно, как это нам учитывать? Вот, дайте разбираться. Значит, мы на нашу точку А смотрим из другой какой-то точки. Ну, это, обычно это называется камерой обычно. Вот, треугольничек вот так. Да? Камера смотрит на этот кубик. Вот, тут идет некое соглашение. У камеры есть своя система координат. И она обычно выстроена так. Ось Z идет в глубину. Ось Y идет вверх. А ось X идет вот туда. Z, X, Y. Вот. А теперь я конференцию переначинаю. 2 минутки жду, пока народ подключается. Так, народ подключается, так, ждем с пару минут.
Так, народ вернулся. Отлично. Так, экран. Вот, продолжаем. Так, ой, сейчас. Ой, не тот экран, не тот экран. Ай-яй-яй. Чего они у меня наоборот называются? Так, вот. Нам, вот, значит, есть еще одна система координат, которая в камере всегда находится. Вот, и вторым шагом, который надо сделать, это надо перевести точку А из мировой системы координат в видовую систему координат. Вот, опять, давайте разберем простой случай. Вот у вас есть двухмерная картинка. X, Y, да? И в ней есть, ну, грубо говоря, там точка, ну, дайте А тоже будет точка А с координатами 2, 2. А вот представьте, у вас есть какая-то другая система координат. Там Y', X'. Она в ней находится. У этой системы координат есть тоже координаты в рамках этой системы координат какие-нибудь там, да? Вот мне сложно догадаться, да, что если эти системы координат одинаково ориентированы, то нам надо просто к точке А прибавить координаты начала другой системы координат. И мы тогда как бы пересчитаем точку А вот в этих координатах, правильно? Логично вроде. А теперь представьте, что у нас другая система координат, она как-нибудь повернута еще. Вот, кстати, мне кажется, что, наверное, в продвинутых математических классах в школе подобные задачи решают. Может быть, даже без матриц, но, наверное, решают перевести точки между разными системами координат. Вот здесь у нас то же самое, только трехмерный случай. А ведь смотрите, что может быть. У вас же вот эта система координат, она те же самые преобразования испытывает. Она может быть точно так же перенесена, повернута и так далее. То есть к ней применяются те же самые преобразования. И, соответственно, и математический аппарат точно такой же. Тоже матрица перехода, тоже матрица перехода и все те же самые. То есть тоже поворот, перемещение, масштабирование. Только не к тому, что к кому кубику, да, а вот, например, вот я же могу камеру вращать, могу, да, могу ее перемещать. Вот, и, соответственно, происходят те же самые процедуры. Вот, и поэтому, чтобы вот это вот сделать, чтобы вот эту процедуру сделать, мне фактически что надо сделать? Чтобы получить А видовую, мне надо взять матрицу видовую и умножить на вот эту вот точку, что у меня в прошлый раз получилось. А модельная. Вот, а матрица видовая, это то же самое, это те же самые все преобразования, только примененные к камере, грубо говоря. Вот, фактически, тут просто вот мне надо брать и перемножать эти матрицы опять там и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Все, сделали, получили теперь точку вот в этой системе координат. То есть смотрите, что у меня получается. Вот фактически, вот в этой картинке, так, где у меня уведомление, скриншотики, ладно, давайте по-другому. Так. Вот в этой картинке у меня получается, что ось Y у меня идет вот туда. Ой, что я вам говорю? Ось Y у меня идет вот туда. Ось X, нет, не так, вот так. Ось X у меня идет вот туда, а ось Z направлена от меня в глубину. То есть чем у объекта больше Z, тем он дальше от меня фактически получается. Вот. Все, перевели, круто, молодцы. Но есть еще одно но. Смотрите, вот есть у меня теперь, давайте, например, есть несколько кубиков. Давайте я их накопирую. Вот.
Вот скажите, пожалуйста, вот как нам можно догадаться, что вот этот кубик находится дальше, чем вот этот? Ну как вот вы, выйдя на улицу, понимаете, что объект от вас далеко? Вроде... Он банально меньше становится. А почему? Потому что у нас с вами зрение перспективное. А вот и есть, так, вот есть такой вид проекции, то есть когда мы проецируем что-то на плоскость, ну что-то трехмерное на плоскость, мы это можем делать с вами по-разному. Вот вы, когда параллелограмм рисуете, в школе, наверное, было такое, вот, когда параллелепипед проходит, как вот его рисуют обычно, как-нибудь сначала строят вот что-то вот такое, да, вот так вот параллелограмм. Потом берут и еще раз такой же строят там снизу, что-нибудь типа вот такого, да. Вот, а потом берут и, ну, я криво рисую, потом берут и вот так соединяют. Ну, я пунктир не буду ставить, ну, криво у меня получилось. Но, то есть, видите, вы, получается, не сохраняете перспективу. У вас ближайшая грань такого же размера, как дальняя. В принципе, она чуть меньше же должна быть, правильно? Ну, это для решения математических задачек нужно, это вот. А здесь у нас с вами перспективные проекции. А вот смотрите, вот я хоп и вот так сделаю. Вот я не перспективную проекцию выбрал. Видите, все кубики одного размера. Вот. А это ортогональные проекции. Вот. То есть есть разные виды проекций, и в зависимости от задач мы используем разные. В играх обычно используют перспективные проекции, потому что игра — это имитация реального мира. Но есть, например, вот если, например, взять какой-нибудь там, я не знаю, старую Диабло какую-нибудь взять, да? Давайте скриншот какой-нибудь найдем. Блин, где есть скрин какой-нибудь? Вот, видите, здесь все объекты одного размера. Например, вот эти вот две, вот колонна, вон колонна, они от нас вроде как на разных расстояниях, но они одного размера. Вот, это значит, что здесь используется другой вид проекции, вот как раз ортографическая, ортогональная. Видите, в зависимости от задач, которые мы перед собой ставим, нам нужен разный тип проекции. Соответственно, вот, чтобы точку спроецировать, о чудо, нам надо тоже ее умножить на матрицу. На матрицу проекции. Я не буду вдаваться в то, как сейчас матрицу... То есть, а, экранная точка получается у нас. Экранная. Ой. Теперь нам надо точку а с прошлого, видовую, уже преобразовать в точку А спроецированную. Это как делается? Спроецированная. То есть, ну, давайте я уже экранную напишу. Точка А экранная. Это есть матрица проекции, умноженная на то, что у нас получилось на предыдущем этапе. Значит, матрицу проекции, там вот она по-другому строится, там, в зависимости от вида проекции. Вот. Вдаваться в подробности эти я не буду. Просто знаю, каждый вид проекции матрицей обозначается. Вот, если мы опять с вами, например, посмотрим вот на нашу камеру, вот, у камеры могут быть разные настройки. Ну, с ней можно разные вещи делать. Ну, кто, например, там в шутеры играет, он там любит себе там угол обзора побольше. Вот видите, я камеру ничего с ней не делаю. Меняю у нее угол обзора. Могу начальную плоскость отсечения, то есть то, что ближе, не будет видно. Ой, куда это я так много? То, что ближе этой плоскости, не будет видно. Вот видите, объекты как бы разрезаются. Есть также дальняя плоскость, то, что дальше не будет видно. Вот это все, вот эти все параметры, они идут в настройку матрицы проекции. Но не суть. Вот, каким-то образом мы это дело проецируем. Вот, и так мы получили точку А на экране, ее координаты. Вот смотрите, все вот эти вот формулы, это только шаг номер один. И он называется проецирование. Вот. Он самый такой интересный. А про остальные я быстро сейчас расскажу. Вдаваться в подробности не буду. Что там происходит. Значит, смотрите. Значит, что,
фактически, что нам дало проецирование? Да, проецирование нам дало точку на экране. Допустим, мы рисуем треугольник. Ну, вот какой-нибудь, значит, проецирование нам дает какой-то набор точек. Значит, второй этап это формирование многогранника. Формирование, ну, примитива, давайте так скажу. Формирование примитивов. Примитивов. Ну, то есть, это значит, вот, например, рисую я треугольник. Какой-нибудь там ABC. Вот. Это что значит формирование примитивов? Значит, что мне надо как-то эти точки соединить на экране. Ну, так-то легко. А вот представьте, у меня вот такой вот треугольник, да, который за экран вылазит. Что это значит надо сделать? Это значит, мне надо отсечь отрезки. Понять, что вот этот отрезок у меня вылазит, появляется вот здесь точечка. Вот этот отрезок у меня вылазит, получается. И поэтому я рисую уже не весь треугольник, а вот какую-то его часть. Вот это все происходит здесь. А третий этап – это растеризация. Растеризация. Вот, растеризация подразумевает то, что у меня, вот если я посмотрю на экран, он состоит у меня из конкретного набора точек. Вот, видите, да? Вот одна элементарная точка может гореть только одним цветом. Соответственно, если у вас дома крутой экран, у вас много пикселей, там 4К какой-нибудь, так, кто-нибудь помнит на память разрешение 4К? Сколько на сколько точек? Я вот на память не помню. Вот, там Full HD, например, это 1920 на 1080 там, и так далее. Вот, вам надо вот эти ваши точки теперь превратить не в координаты, а в конкретные пиксели. То есть, какие пиксели будут гореть, когда я рисую треугольник. И четвертый этап – это закраска. А каким цветом мне эти точки закрашивать? Вдруг у меня там треугольник, он просто черного цвета. Или он белого. А вдруг на нем вообще солнышко нарисовано. То есть это значит, что мне надо вот взять этот треугольник, как-то вот его сопоставить с сеткой пикселей. Посмотреть, что вообще, как он освещен, какие на нем текстуры. Это. И зажечь нужный пиксель нужным цветом. Например, там, который на солнышко попадает, будет желтый. Вот эти все вещи делает видеокарта. Когда она у вас, например, вы запускаете... Вот для создания одного кадра. Значит, чем отличается старый графический конвейер от нового? Так, сейчас мы уже программировать начнем. Так, чем отличается старый конвейер от нового? Вот в старом графическом конвейере вот этот вот набор процедур, он проходил автоматом. То есть... Вы, как программист, подготавливали вот сюда начальные данные, вот, они автоматом проходили через этот весь конвейер, и на выходе вы получали картинку. То есть конвейер вы не трогали, вы там никакого кода не меняли. Где-то в 2000 году разработчикам компьютерной графики этого стало уже мало. То есть вы понимаете, да, то есть любую какую-то операцию, которую не умеет делать графический конвейер, вот, например, нужна вам какая-то нестандартная проекция или там какие-то нестандартные операции, алгоритмы закраски и так далее. То есть все, что видеокарта может делать только то, что может делать графический конвейер. И фактически, если вам нужна хоть какая-то операция, которая конвейером не поддерживается, там при расчете закраски, например, вам нужна новая видеокарта. Это... Затратно это сложно. И где-то в 2000 году появился конвейер нефиксированный, где программисту надо было... Сейчас я вот так вот его нарисую. Вот это у нас формирование примитивов. Примитивов, а это у нас растеризация. Вот, вы когда пишете программу, вы подготавливаете сюда какие-то входные данные. На выходе вы получите красивую картиночку
солнышком там, например, да? Но вы должны вот здесь написать код, который что-то будет делать, и вот здесь написать код, который что-то будет делать. Значит, тут вот, видите, я нарисовал это как кирпичик. То есть тут известны данные входа, известные данные... То есть известно, что на входе, известно, что на выходе. Ну, грубо говоря, на входе переменная А, на выходе переменная Б. А вам надо написать код, как А превращается в Б. Говоря языком программирования, вам дают функцию, которая там берет три числа, а должна вернуть одно. И вот вы должны все ли функции написать, что будет происходить. Менять спецификацию функции нельзя. То есть она должна брать там три числа и всегда вращать одно. Вот этот по такому же принципу построен. То есть тут определенные атрибуты графики на входе, определенные на выходе. Вам надо написать код. Вот этот вот код называется вершинный шейдер. В общем случае вы там пишете вот эти формулы, которые занимаются проецированием. Вот, именно поэтому мы сейчас будем в старом конвейере писать, чтобы всей этой рутиной не заниматься. Чтобы не писать код проецирования, не разбираться в умножении матриц там и так далее. В современной компьютерной графике, начиная новый проект, вы пишете все эти формулы заново. Сами вот, в виде вершинного шейдера. Вот, вот здесь, то есть формирование примитивов само происходит, растеризация драйвером выполняется сама, видеокарта вернее. И вот до сюда до вас доходит набор точек. И вам надо здесь сказать, каким цветом будет каждая точка. И это называется пиксельный шейдер. Пиксельный шейдер. Или шейдер. Ну, или по-другому фрагментный шейдер. Его еще называют фрагментный шейдер. Фрагментный шейдер. Начиная с 10-го DirectX'а, можно еще вот это кастомизировать. Это называется геометрический шейдер. Геометрический шейдер. Вот вся красота компьютерной графики, все вот эти вот крутые эффекты, от которых дымятся видеокарты, они все происходят вот здесь, в пиксельном шейдере. То есть все вот внешний вид любого объекта, какие на нем текстуры, какие там это, как рассчитывает, вот кто там, не знаю, в Майнкрафт кто играет, и кто там ставил когда-нибудь текстурпаки на Майнкрафт, да, там есть всякие крутые, которые добавляют там параллакс маппинг какой-нибудь, ощущение объема, вот это все наборы шейдеров, они идут вот сюда. То есть в пиксельный шейдер говорит, какая точка каким цветом закрашивается. Фактически. Ну, понятное дело, да, что сюда какая-то информация вот от вас, как от программиста, тоже поступает. То есть тут данные от вершинного, данные от пиксельного. Ну, например, вот когда вы хотите сделать красивое море, чтобы волны там были, это, что это значит? Это значит, что вы либо в программном коде точки как-нибудь там по синусу, мы сегодня это разберем, заставляете двигаться, либо как-то модифицируете вершинный шейдер, чтобы он немножко по-другому при проекции при каждой точке там ставил какую-нибудь там вектор и вверх ее поднимал, грубо говоря. Вот шейдеры выполняются на видеокарте и выполняются очень быстро. То есть видеокарта сейчас, вот раньше, до, я не помню какого, 2006 года, в графическом процессоре были вершинные конвейеры и были пиксельные конвейеры. То есть это части графического процессора, которые занимаются обработкой либо вершинных шейдеров, либо пиксельных шейдеров. Вот где-то с 2007-го, в современных видеокартах, это все с того момента идет, вот эти конвейеры стали универсальными. То есть графический процессор целиком на себе вычисляет и вершинные шейдеры, и пиксельные шейдеры. Вычисляет он это очень быстро. Ну, посмотрите, вот у меня сейчас, вот если я запущу. Какой-нибудь там Afterburner. Да, ну это программа, которая. Вот. Ну, вот, что она мне говорит? Она мне сейчас говорит, что вот это вот окошко, оно рисуется с помощью OpenGL. И вот оно сейчас обновляется 135 кадров в секунду, вот только что было. То есть вот этот вот кадр у меня рисуется в секунду 135 раз. Смотрите, сколько здесь кубиков, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Здесь 9 кубиков. Каждый кубик это 8 вершин. 9 на 8, 72. То есть за рисование одного, за один кадр 72 раза отработает вершинный шейдер этого кубика.
Ну, так как здесь кубик один и тот же, и вершины шейдера у него тоже один и тот же. Это маленькая программка, фактически, написанная на шейдерном языке. Вот. То есть кадров 132 у меня было. Ну, пусть будет 100. То есть получается 132 кадра. Ой, 103, сколько? 100, 100, ну, давайте, 100 кадров. В каждом кадре по 72 вершины. То есть 7200 раз за секунду должен отработать вершинный шейдер. Вот. А пиксельный шейдер или фрагментный выполняется для каждого пикселя, который на экране есть. Ну, вернее, для каждого пикселя, который объект занимает на экране. То есть, если вот этот кубик там занимает сколько-то пикселей на экране, то для каждого этого, или для каждого этого пикселя выполнится этот фрагментный шейдер. И тоже вот это намного больше будет, да, чем... То есть, много. Ответ на этот вопрос много, считать не буду. Вот. Видите, насколько графически... Вот, собственно, почему видеокарту отдельно вынесли? Потому что она должна вот такие специфические операции решать в огромных-огромных количествах. Вот, мы с вами, чтобы с шейдерами не мучиться, будем, так сказать, с вершинками поиграемся. С фрагментным шейдером не будет. Так, ну что, на этом теоретическая часть закончилась. Сколько у нас там еще конференции идти будет? Не надо ее там переначинать. Так, понятно все по теоретической части? Да. Ну, то есть, да. Как бы поляну я обозначил, грубо говоря. Вот, теперь давайте попрограммируем. Так, давайте пятиминутный перерыв. Вы все переварите, да? Вот, я вернусь, переначну конференцию. Ну, а вы пока... Ну, и будем, так сказать, это... Продолжим. Уже проганем заниматься. Смотрите, сейчас 12.04, да? То есть мы до пол первого. В принципе... Мне 20 минут хватит, чтобы простые вещи показать. Но если я минут на 10 задержусь, не страшно вам будет на 10-15? Нет. Ничего страшного. Вот. Хорошо. Потом, если какие-то у вас вопросы будут по всем этим штукам и там по геймдеву что-нибудь, можете меня поспрашивать. Так, сразу скажу, если вопросы будут по Unity, я Unity последний раз запускал лет 6 назад, я мало еще оттуда помню. Все хочу сейчас время выкроить, так сказать. То, что что-нибудь на Unity сбахнуть, а лучше на Unreal Engine, конечно. Вот. Время пока тяжело найти для этого. Поэтому пользуйтесь, пока молодые, изучайте. Так, тогда давайте. Сейчас 12.05, в 12.10 продолжим. Перерыв до. Народ с перерыва просыпается. Так. Ну, значит, теперь программируем. Так, вот еще раз контакты пока повисят. Скриньте, кому надо. Мы будем считать, что заскринили. То, чем мы сейчас будем заниматься, у нас обычно изучают студенты третьего курса. И вот, о господи, как плохо, что она не работает, что ли. У меня файлик хотел оттуда скачать. Сейчас другого места найду. Попробуйте обновить, это какая-то хрень с браузером, мне кажется. Да, Ctrl F5, Shift F5, Ctrl F5, Shift F5. О! Прекрасно. Так. Вот, мы с вами сейчас фактически выполним лабораторную работу для студентов. Так, не понял. Короче, ладно, я скину с... Файлик не из этой нашей среды. Секундочку.
Так вот, PDF-ку отправил в чат Zoom. Вот, собственно, это шпора. Ну, я сегодня буду рассказывать то, что там написано. Показывать буду, вернее. Там в немножко более упрощенном варианте, потому что это все-таки для студентов, да? Но студенты люди такие. Обычно люди до первого курса умнеют, а потом, когда резко начинается обратный процесс забывания всего, и к четвертому курсу многие люди уже не помнят даже, как, не знаю, вектора складывать. Хотя это обычно в школе проходит. Вот, значит, писать программу с нуля будет достаточно трудно, поэтому проще зайти на GitHub, вот ссылку отправлю, вот, и скачать уже заготовку для проекта, который мы будем сейчас делать. Почему? Ну, есть там ряд программного кода, который, ну, одинаковый, грубо говоря, код инициализации OpenGL там, и так далее, и так далее. Его достаточно... По памяти я его не напишу. И он объемный. Чтобы этого не делать, проще вот как раз уже готовый проект использовать. Вот, если у вас Visual Studio и все это вот дело установлено, тогда вот откроется проект, и вот файл, который .sln, это файл с решением, с solution. Да, нам надо скачать как zip вот ту штучку. Распаковать и запустить файл с solution. А там как? Там зеленая кнопочка. Вот она на коде. Download zip. Вот. При этом, когда вы будете в студии открывать, она у вас спросит вот такую вот штуку. Что делать? Так как я как это проект достаточно старый, я его писал под старые компьютеры, которые стояли в университете. Там старая Visual Studio, 12-я была. Я сейчас открываю 22-й, она говорит, хочешь осовременить проект? Я такой, хочу, и жму, окей. Так, сейчас у меня на втором экране открылась. А, у меня в 19-й студии открылась. Ну, не страшно. Вот он проект, который у меня открылся. Наверное, будет проще, если я просто сейчас расскажу, а потом просто по записи сделаете еще раз. Иначе просто у вас народ тут много, и проще, наверное, в таком потом в офлайновом формате повторить за мной будет. Вот, раскрываю папочки, которые есть в проекте. Тут уже есть ряд написанного кода, который вот окно делает, рисует. Вот если я проект открою, ничего в нем не делаю, сразу запущу. Вот он компилирует. Вот такая программка создастся. Вот она. Ну вот эта надпись, это... MC Afterburner мне ее добавляет. Это не программа, это которая FPS показывает. Вот. То есть вот прога, которая рисует вот, просто три отрезка. Это координатные оси. И, соответственно, в них вот весь код, который тут есть, он рисует окно, запускает инициализацию OpenGL и рисует вот это начало. И запускает, как вот видите, 144 кадра. Он успевает рисовать. То есть это значит, что вертикальная синхронизация. Как интересно, это я сделал. Но это второй вопрос. Так, код писать надо вот здесь. В файлике render.cpp. Вот здесь пишется код на C++. И вот эта функция, она отрабатывает для рисования каждого кадра. Для рисования каждого кадра. Значит, любое рисование в OpenGL начинается с функции glbegin. А заканчивается функцией glend. Тут те, кто на Паскале программировали, они радуются. Ура, begin и end наши. В аргументах glbegin надо писать то, чем мы будем рисовать. Например, отрезками. glLines. Когда вы пишете glLines, то OpenGL ждет, что вы ему дадите две точечки. Не получается скачать.
А почему? А что, а в чем проблема-то? Это вроде GitHub обычный. Я даже в нем не залогинен, видите, вот просто код, download zip. Вот. Zip-архив не скачивается или что? Проще, наверное, будет, если вы скажете. А, все, у меня скачалось. Во, видите, работает. Еще раз показать, как открыть проект. А, ну вот, вы там папочку распаковываете, да? И вот он, SLN-файлик. А его запускаете, открываете. Понятно, спасибо. Visual Studio у вас есть решение в рамках, вот, solution, решение. В рамках решения может быть несколько проектов. Там такая иерархия. То есть вы всегда открываете в Visual Studio решение, а в ней уже проект. Каждый проект подразумевает, что он во что-то будет скомпилирован, либо в экзешник, либо в библиотеку там и так далее. Вот, значит, между бегином и эндом я как раз должен OpenGL задать набор точек, которым он будет оперировать. Точка задается вот так. Функции GL Vertex 3D. Вот, у каждой OpenGL-овской функции есть префикс GL, что говорит о том, что это функция OpenGL-овская. Значит, дальше идет само название функции, это функция Vertex. Дальше идет 3, это значит, принимает она 3 аргумента, а буковка D, значит, они типа double, ну, числа с точкой. Ну, например, хочу я такую точку, 1, 2, 3, то есть с координатами 1, 2, 3. А вторую точку я хочу, ну, например, я не знаю, там, пусть будет там минус 1, какой-нибудь там 4, а вторая там 5. Ой-ой-ой, куда? Гинь, нечистая сила. Так, 5. Запущу. Что я увижу? Смотрите, вот у меня линия нарисовалась. Видите, черная линия. Вот. Запустил. О, видите, кстати, вот у кого NVIDIA видеокарта стоит, вот сразу GeForce Experience подхватывает программу и говорит: ага, у нас видеокарты работают. Не хочешь ли GeForce Experience использовать? Ну, там для всяких NVIDIA штучек. Вот, я нарисовал линию, задав две точки. Если я хочу нарисовать вторую линию, я могу взять и еще раз продублировать GL Begin и GL End. Но, в принципе, я могу этого не делать. Я могу просто взять и еще раз и еще две точки поставить. И вот, не знаю, там 6, там 2, там 0 какой-нибудь. А здесь пусть будет 4, минус 4. Ну, опять давайте 5. Вот. А вот это он превратит мне во вторую линию. Оба, видите, у меня уже две линии и так далее. И вот фактически, что, то есть это уже все это на видеокарте рисуется. То есть, а здесь уже прога написано, что вот камера вращается, как мышка двигается, там и так далее. Это уже вот за вас, это как бы не, ну, фактически за вас сделал я, да. Вот. И вот тогда, и так далее. По две, по две, по две, по две. Если я хочу, чтобы у меня одна линия была продолжением другой, мне надо, чтобы вторая линия начиналась там, где заканчивается первая. Ну, то есть той же самой точкой фактически. Видите, я дублирую точку, получается, что вот это у меня будет первая линия, это будет вторая линия. Чтобы нам линию задать, надо же две точки, правильно? И вот у меня, видите, ломаная получилась. То есть я засомкнул линии. Если я сейчас сделаю еще одну линию, которая будет начинаться там, где кончается предыдущая, а заканчиваться будет там, где начинается первая. Я получу, как несложно догадаться, треугольник. Да, что такое треугольник? Это три точки, не лежащие на одной прямой. Вот, треугольничек. Так задавать точки достаточно неудобно. Смотрите, давайте не так. Теперь полигон. Если GL Lines заменить на GL Triangles, то у вас OpenGL переключится, GL Begin переключится в рисование треугольников. Соответственно, GL Lines у вас требует по две точки на рисование линии, а GL Triangles будет требовать по три точки на рисование треугольника. То есть я просто все повторы вычищаю, оставляю только уникальные значения. Вот.
все повторы убрал, чтобы у меня были вот эти вот три мои точки, которые я вначале задал. И вот она, опа, и вот он этот треугольник у меня получился. Гель Трианглес. Черный некрасивый треугольник. Давайте его покрасим. В OpenGL раскраска происходит в функции GL Color. Тоже GL Color 3D. Работает функция следующим образом. То есть вы задаете тут цвет, и все точки, которые ниже, они будут краситься. В эту, то есть это как бы вы кисточку махнули цвет. Цвета тут задаются, сейчас все скажут, от 0 до 255. Нет, от 0 до 1. В формате RGB. То есть в функции есть три аргумента. Первый аргумент это компонента красная, потом зеленая, потом синяя. Ну, например, если я хочу, чтобы он был красный, это будет цвет 1.0.0. Единица красного, 0 зеленого, 0 синего. И треугольник получится красный. Вот такой вот. То есть все три точки красного цвета, и значит треугольник между ними будет красный. Я могу сделать вот такую штуку. Могу взять и каждую точку покрасить в отдельный цвет. Я вот так. То есть, допустим, это будет у меня R. Это будет зеленый. Да, цвет в формате RGB. Red, Green, Blue. То есть первый компонент Red, красный. Второй G, Green, зеленый. Третий B, синий. Вот так вот теперь сделаем. То есть у каждой точки будет свой цвет. И тут OpenGL, он смотрит, что сделает. Он возьмет и все промежуточные, всем промежуточным точкам додумает промежуточные цвета между вот тем, чем у меня закрашены вершины. О как! Получилась такая вот красиво получилось. Вот. Ну, неудобно так точки, да, задавать. Согласны? Неудобно. Проще как вот по геометрии. А, Б, С, там вот как вот все. Давайте я пирамидку теперь построю. Построю пирамидку я вот примерно вот такую. Сейчас я ее себе нарисую. Так, дайте вид сверху пирамидки будет. Вот это Y. Это будет X. Z направлено на меня. Так. А пусть дайте она будет на квадратике стоять. Так, на квадратике она будет стоять. Это будет точка минус 1. Нет, это большая пирамидка у нас получится. Давайте мин... Нет. Тык-тык-тык-тык. Так, сейчас я соображу все, сообразил. Вот. Очень удобно вообще задавать функции через массивы. Ну, в C++ массивы задаются вот так вот. Сначала пишется тип переменной. Нам нужен тип double. То есть там double a равно 5. Вот я объявил переменную, да, типа double, ну то есть 5,5 она может быть, там 500, например. Переменная a равняется вот так. Там в C-Sharp также объявляются точно переменные. В Pascal надо написать там, по-моему, не double, а extended. Расширенные числа с запятой. Вот. А массивы пишутся, а массивы задаются вот так. Можно написать там A10. То есть объявляю массив A на 10 элементов. Вот. А можно написать вот так вот и сразу указать, чему элементы этого массива. Вот так можно написать. Это будет массив вот, A на 3 элемента. Вот я сейчас буду задавать точки в виде массивов. То есть вот первое. Давайте, значит, я хочу сделать квадратик. Ой, хочу сделать вот такую вот пирамидку, чтобы она стояла у меня на квадратике. Вот это у меня будет точка А, Б, С, Д. Это будет точка Е. Значит, оси координат у меня будут вот так направлены. То есть вот это будет точка 1, 1. Вот это будет точка минус 1. Минус 1. Это будет точка минус 1. Нет. 1 минус 1. Это, соответственно, минус 1, 1. А это будет 0, 0, 1. Вот такую простую пирамидку я сейчас сделаю.
Ну, я их не соблюду. Дайте я. Ладно, дайте соблюдим. Так, ну здесь, соответственно, так как они лежат, ой, Z у меня вот так будет идти. У этих еще нолик, да? Третья координата будет добавлена. Нолик. А, так. Погнали. Точка А. -1, -1, 0. Точка Б. 1, -1, 0. Б. Точка С. Это у меня 1, 1, 0. А Б, С, Д. -1, 1, 0. И точка Е. Точка Е у меня это 0, 0, 1. 1, 0, 0. Вот. И теперь мне надо из этого собрать сколько? 4 треугольника и 1 квадрат. Как можно собрать квадрат? Квадрат это 2 треугольника. Да, правильно? Правильно. Ну, давайте собирать теперь. Значит, чтобы задать точки, чтобы отправить в OpenGL точки, заданные массивом, надо написать функцию gl vertex 3dv. Вот так. И он тогда будет кушать массивы, воспринимая первый элемент как x, второй как y, третий как z. Ну, погнали. Значит, рисую начальный квадрат. Начальный у меня квадрат, это будет вот такой. А, Б, Д треугольник. ГЛ вертекс 3, Д, В. Квадрат А. Ой. А, Б, Д. Проверяем. О, получилось. Видите, треугольничек. Значит, следующий будет какой треугольник? BDC. Ну или CBD, неважно. О, вот два треугольника, видите, квадрат. Так, и теперь рисуем, грани. EAB. А, Б. Проверяем. О, видите? Пирамид, что-то на пирамиде. А давайте в точку Е поднимем повыше, сделаем ее 2, чтобы повыше была пирамидка наша. О, ну вот уже другое дело. Так, Е, А, Б. Так, следующий, соответственно, будет Е, А, Б, С, ну или Е, С, Б. Вообще, вот видите, я порядок обхода. Вот лучше вообще, чтобы у всех фигур был одинаковый порядок обхода. То есть, чтобы вот вы все треугольники, глядя на них, обходили там, например, либо по часовой, либо против часовой. Лучше так. Это всегда, потому что потом будет проще. Но так как мы сейчас, скажем так, освещение не рассчитываем, нам немножко фиолетово. В каком направлении мы обходим треугольник. Поэтому я это нарушаю для простоты набивания. Так, ЕЦБ, ЕЦД и Е и ЕДА. Или ЕАД. Во. Видимо, это пирамидка. Надо бы у нее все грани покрасить в разные цвета, чтобы их было красиво видно. Давайте этим займемся. Так, первое у нас основание. GL Color 3D. Ну, пусть будет где-нибудь 0,7 от красного, чтобы не ярко был красный. Так, основание это два треугольника. Будет красное. Значит, следующая грань у нас будет... ну, сделаем ее зеленой. Вторую сделаем... синий,
Да. Следующую сделаем. Я не знаю, какой будет цвет 0707. А эту сделаем 070707. Там желтый, наверное, темно-желтый, что-нибудь типа такого. Вот, каждый цвет. О, смотрите, видите? Каждый в разном цвет покрашен. Все, мы построили пирамидку. А, повторите это миллион раз и получите модельку из Crysis какого-нибудь. Вот, видите, тут я все точки фактически задавал в коде. Вот, но спросите вы, а ведь как же художники? Зачем же тогда они нужны, если программисты рисуют? А, вверх могу, конечно. А давайте я его вот сюда скопирую. Вот, а как же тогда программисты всем этим делом занимаются? Вот. А вот смотрите, что фактически происходит. Когда вы рисуете модельку, да, вот, например, я рисую плохо, плохо рисую. Вот, когда вы рисуете модельку, вы это сохраняете в каком-нибудь формате. Вот, и когда вы будете писать программку, чтобы нарисовать вашу модельку, вам надо написать код, который этот файлик откроет и возьмет оттуда координаты точек. И вот так их соединит. То есть у вас фактически работа по рисованию модельки, как у программиста, превращается в то, что вам надо просто открыть файл, считать точки и правильно соединить. Вот есть, например, такой вот формат файла. Вот смотрите, я сейчас, давайте я все удалю. Создам кубик. Вот он у меня, кубик мой. И я возьму его файл экспорт. Вот формат есть точка. Вот, wavefront, общ. Дайте на рабочий стол. Я вот сохраню этот файлик. Вот, я его экспортировал на рабочий стол. И так, где он у меня? Вот, файлик у меня. Теперь, если я его открою текстовым редактором, ну, блокнотом. Ой, что я сотворил-то? Модельку-то я не экспортировал. Так, еще раз. Файл. Экспорт. А, вот, видимо, там что-то экспериментальное у них. Так, еще раз это. Пересохраню. Где, куда он делся? Так, это не он. Здесь должен быть. А, вот он. Вот, видите формат модельки? Если я ее сейчас открою какой-то стандартной виндовой программкой для просмотра картинок, она, кстати, должна открыться, почему-то у меня не открывается, но не суть. А если я открою это... OpenVIS. Так, что-то мне винда ругается. Ну, дайте блокнот. Открывайте обжиги. Вот, здесь просто, вот видите, перечисленный набор точек кубика. Вот, ну какая-то служебная информация, и вот просто перечислен набор точек кубика. Ну, дальше там еще какие-то параметры, а вот грани. Как вершины эти правильно соединять. Ну, можете потом, когда будете, если вам понравится, будете все это изучать, посмотреть, что здесь за цифры такие. Но фактически моя работа как программиста сводится к тому, что мне надо вот открыть этот файлик, считать отсюда точки и написать код, который строит по этим точкам. То есть ничего мне в программе задавать не надо. Я программист, а не художник. Вот смотрите. Теперь давайте поиграемся с кубиком. Посмотрите, где он находится. В центре координат, да? Помните, я говорил про матрицы, повороты, перемещения и так далее. Я могу на эти матрицы влиять. Вот, например, вот у меня происходит здесь рисование кубика между GL Begin и GL End. Если я напишу функцию GL Translated, например, 3, 3, 0. То есть это значит, что сделай мне матрицу, примени мне матрицу перемещения на отрезок 3,3. Вот что это значит. У меня, опа, видите, кубик переместился. А теперь смотрите, что я еще могу сделать. Я могу взять,
взять какую-нибудь, написать какую-нибудь функцию, там, void кубе, например, сделаю еще одну функцию и возьму рисование этого кубика, все закину в эту функцию. Вот. И просто напишу кубе. Кубе. У меня, опа, и нарисуется мой кубик. А теперь я, допустим, смотрите, что делаю. Вот так вот. Давай-ка мне еще один кубик, только перенеси его там на минус 3. Вот, то есть отработает еще раз эта функция, вот еще раз с этими самыми точками, но с другой матрицей перемещения. И у меня будет, видите, два кубика. Причем, смотрите, вот это перемещение, оно действует относительно вот этого. Если я хочу мои перемещения изолировать, мне надо вот эти вот мои translate и rotate обернуть вот в эти вот функции gl push matrix и gl pop matrix. Он что делает push matrix? Он сохраняет текущую матрицу, создает новую, применяет новую, возвращает предыдущую. То есть таким образом вот между этими функциями все вот эти вот мои транслейты будут изолированы. То есть первый кубик у меня будет перемещен вот на такую-то, второй вот на такую-то. Давайте проверим. Вот, видите? Оба перенесены на 3 по Y, по X, красный это X. Оба перенесены на 3 по X, но один на плюс по Y, другой на минус по Y. Вот. Теперь давайте покрутим кубик. Вращает функция glRotate. glRotated. Значит, glRotate, что она принимает? Она принимает угол вращения, ну, например, 30 градусов, и ось вращения. Ну, да, вокруг оси Z повращаем. То есть тут надо написать некий вектор, который лежит на какой-нибудь оси. Ну, вот, например, вектор 0, 0, 1 лежит на оси Z. По понятным причинам. Понятно, почему. Ну, там... Должны понять, да? Единичный вектор по оси Z. То есть это повернует на 30 градусов по оси Z. Вот, видите? А теперь смотрите, что я могу сделать. Я могу вращать не на 30 градусов, а могу объявить некую переменную. Назвать ее U. О. Назвать переменную U. Написать, что она равна нулю. Вот смотрите, вот сюда, кто с Unity знаком, знает, что это такое. А кому объясню, вот сюда, когда выполняется функция render, вот сюда попадает время, прошедшее с предыдущего кадра. То есть так как функция рисует сколько-то кадров в секунду, сюда попадает время, ну то есть сколько прошло от рендера предыдущего кадра в секундах. То есть тут будет 0 сколько-то. И вот, например, буду я поворачивать не на 30 градусов, а на U. А в конце этой функции, смотрите, что я сделаю. Возьму U и напишу U равно U плюс 5. Умножить на дельта тайм. Ну, даже на дельта тайм можно не умножать. То есть каждый кадр U будет увеличиваться на 5 градусов. Это вообще очень много. Вот так давайте. 0,05. А смотрите, U у нас объявлена за пределами функции. Если у вас переменная внутри функции, она локальная. Каждый раз, когда функция render выполняется, все переменные считаются заново. А так как функция U у вас объявлена, переменная U объявлена вне функции, она является глобальной. И между вызовами функции render, а render вызывается откуда-то из внешнего кода, будет сохранять. Вот смотрите, если я вот так напишу, видите, пирамидка будет медленно вращаться. Потому что каждый раз она поворачивается на угол U, который после каждого кадра увеличивается. Вот, пирамидка моя вращается.
Вот как раз с помощью Delta Time я могу управлять скоростью вращения. Вот я хочу, чтобы она у меня, например, вращалась на 10 градусов в секунду. Даже на, давайте, 30 градусов в секунду. То есть я хочу 30 умножить на Delta Time. Так как Delta Time — это время в секунду. Вот видите, в секунду пирамидка вращается на 30 градусов. Мне, кстати, из Unity эту идею подглядел. Ну, там есть функция update, которая тоже между рендерами кадров работает. Вот. А теперь смотрите. Теперь вот давайте попробуем сделать такую штуку. Вот смотрите, давайте поиграемся с поворотом и переносом. Значит, давайте мы напишем GL. Перенесем на 3 по иксу нашу пирамидку. Вот смотрите, эти повороты работают наоборот. То есть, если я пишу переместить, повернуть, так как помните в формуле, вот я здесь писал, что... А, вот здесь у меня не сохранилась эта формула. Но что вот матрица, она всегда спереди идет. Если я какую-то точку уже видоизменю, у меня новый множитель добавится в начале. Потом новый множитель в начале и так далее. Отсюда у всех этих поворотов, они поэтому наоборот также работают. То есть здесь сначала будет поворот, а потом перемещение. Вот, видите, как оно работать будет? Вот, пирамидка, она вот каждый кадр в центре крутится, а потом перемещается. В центре крутится, а потом перемещается. Потому что я вижу уже результат кода, каждый кадр. То есть тут у меня просто сменяются очень быстро разные картинки с пирамидкой, которая повернута на разный угол. Так как это все происходит очень быстро, я вижу, а кадров в секунду много, я вижу, что картинка плавная. Ну вот, допустим, я могу... допустим, я могу взять и... будет оно так работать. Так, что-то я запамятовал, как в C++. Как в C++. Заставить поток спать. Сейчас попробую. Ну-ка посмотрим, работает ли. Блин, время это STD. О, господи. Хрона. Duration. Ладно, не буду сейчас вспоминать. Мне это боль вызывает какие-то. Или вспомнить. Боль вызывает вот эти вот работы с временем в новом C++. Что это, многопоточность? Так. Steady clock. А, вон. Видите, каким называется код из макарон. Ну ладно, не буду мучиться, вспоминать. Ужас, блин. Вот, значит, смотрите. А теперь мы, вот, дайте напомню, вспомню, на чем мы остановились. Ну да. Вот, пирамидка наша крутится. А теперь мы возьмем и просто поменяем наоборот. Вверх ногами. Ну я просто по последнее время
достаточно редко программирую, я диссертацией занимался, вот. А вот эти навыки, если вы не программируете, буквально вот несколько месяцев просто из головы улетучиваются. Особенно вот C++-ные вещи, которые, скажем так, нетривиальные, особенно современные. Обычно в институтах на первом курсе учат C++, ну, старого стандарта. Там в разы все попроще, чем в новом. Вот у нас. Вот. А теперь смотрите, видите, я местами их поменял и. То есть пирамидка сначала переносится, а потом вращается. Так как у вас вращается не конкретно, у вас вращаются все точки вокруг центра координат всегда. То есть вы сначала пирамидку из центра выносите, а потом ее проворачиваете. Так каждый кадр. Понятно, да, почему так происходит? Ну, с одной пирамидкой мы поигрались, теперь давайте с несколькими поиграемся. Цикл. И от одного, и меньше. Ну, пусть будет 10. Вот это вот C++ на цикл, кто не знает. Вот этот код, который между этими штучками, будет перебираться 10 раз. А i будет иметь значение равное 10. И возьмем вот эту вот нашу пирамидку, засунем ее вот сюда и перенесем ее не на 3, а на i. Умножить на 3. Вот так. И что мы с вами получим? Мы получим 10 пирамидок. А почему 10? Чего так мало? Я купил себе новую видеокарту, могу больше позволить. 100. 100. Так, тут ограничение на дальность прорисовки стоит. Сейчас я сделаю, чтобы он далеко видел. А то он тут, по-моему, до сотни максимум видит. MyOpenGL.cpp. Так, настройка камеры, настройка многопоточности, функция рендера. Она. Вот, пусть он теперь далеко видит. Пирамидки вдаль уходят, очень-очень далеко. Но опять же, почему так мало пирамидок? Можно и побольше. Давайте их будет тысячи теперь. Ну вот, видите перспективы, чем дальше, тем пирамидка уходит дальше. Ну, опять же, да, а давайте теперь мы добавим, добавим еще вертикальные перемещения по синусу. Синус и. Так, что это там даст? Значит, синус у нас, давайте вспомним, меняется, да, от нуля. От нуля, да, до 2π. Полная фаза синуса. 2π это π это у нас 3,14. 2π это примерно 6. То есть. Так, это я что-то увлекся. Не заметил, что конфа кончилась. Так, давайте пару минут, народ подойдет. Я, в принципе, уже почти закончил. Минут 5. Поиграться с пирамидками. Вот, вспоминаем, синус у нас меняется от 0 до 2π. 2π это там чуть больше 6. То есть, когда у меня вот здесь будет i значением больше 6, то у нас как бы синус пойдет на новый виток. Сейчас, то есть, нам надо i умножить на 60, давайте, на 5, вот так вот. А синус, чтобы был не от минус 1, там, а хотя бы от 5 умножим на 5. Что у нас получится? Ой, оу. Видите, пирамидки по синусоиде пошли. Так, давайте сделаем синусоиды более плавные. Это надо пятерочку для этого увеличить. Десяточку, например. А можете, пожалуйста, еще раз код скинуть, а то я проблемы некоторые с компьютером решал.
Так, код какой? Вообще весь? Вообще весь. Так, тогда сейчас я до красоты какой-нибудь доведу и скину. Так, и равный 2. Давай не 5, а 3. Синус и умножить на 10. Если, так, сейчас умножить, если... Ой, не умножить, а разделить, господи, разделить на 10. Мне же надо уменьшить течение. О, смотрите, видите, как плавно пошло. Не на 10, а на 5. Во. И сейчас я еще одну красотульку доведу. Смотрите, давайте мы теперь вот сюда, к этому нашему, и прибавим вот эту вот фазу У. Но так как синус все считает у нас в радианах, а не в градусах, чтобы, а здесь в градусах именно, чтобы градусы перевести в радианы, что надо сделать? Надо умножить на π, умножить на 3, 14, 15 и разделить на... разделить на 180. И тогда вот такая красивая волна пойдет из этих самых пирамидков. Но если я хочу, чтобы фаза синус у меня была там не по 30, а по 90 градусов, побыстрее немножко пойдет. Вот, за секунду. За секунду проходит, соответственно, пена 2 фазы синуса, потому что там 90 градусов. Сейчас я код пришлю. Прямо вот так сделаю. Вот. Можем взять и заставить каждую пирамидку, так, чтобы она вращаться. Гейль rotated, чтобы она там вращалась на какой-нибудь наш угол U, только поменьше, вокруг какой-нибудь там, давайте тоже, плюс, это градусы, да? Чтобы побольше было градусов, вокруг оси 0,0,1. Что тогда получится? О, тогда они еще и вращаются. А можно еще взять какую-нибудь, вообще написать дичь, чтобы у нас ось вращения от И зависела. Это дичь какая-то сейчас будет. Ой, вращение очень быстро меняется. Надо, наверное, разделить на 100, блин. Здесь разделить на 100. Даже трудно осознать, что происходит. Ну как, их оси вращения меняется по этому. Это по косинусу, а это по тангенсу вообще. А тангенс, он еще перескакивает. Когда к закете по 90 градусов подходит, там с минус бесконечности на плюс бесконечность, там предел у него. А, и последнее, что бы я хотел такое сделать, это... О, придумал. Гейли rotated. Rotated. Какой-нибудь... Это градусы, да? Это градусы. И умножить на... Только без анимации умножить на 3 вокруг начала координат. Во. Побыстрее давайте. Завращаем. Умножить на 30. Вот, теперь они все по спиральке идут. И вот так вот дух уходит, все как-то вращаются. Можно даже их переносить на меньшее расстояние.
Тогда они поплотнее колечки будут. Кубический рай. Ой, пирамидный рай. Вот, в принципе, оно как-то так все творится. Вот, у нас вот этот курс на третьем курсе, который студенты делают, вот именно по OpenGL, это один семестр, и студенты его делают 5 лабораторных работ. Вот первая у них вот такая, вот вы фактически сейчас увидели вот, да, лабу студентов третьего курса. Вот вторая лабораторка, они там освещают эти кубики, освещение рассчитывают. Дальше там немножко математических алгоритмов, по блендеру даже есть лаба, ну, чтобы можно было что-нибудь простое в блендере нарисовать, а не мучиться вот так вот по точкам. Вот, и по шейдерам одна лабораторная работа. И в конце студенты вот должны, используя все 4 лабы, ой, все 5 лабораторных работ, которые они прошли, сделать какой-то свой проект. Ну, какой-то до конца семестра свое задание. Там игрушку какую-нибудь написать простенькую на OpenGL. Причем именно на OpenGL, то есть нельзя никакие готовые движки использовать. Надо только вот все, что ты делаешь, ты должен сделать сам с нуля. Ну, только там, не знаю, там для открытия картинок, музыки, моделек можно в библиотеке использовать. Вот. И те, кто на пятерке обычно делают, они какие-нибудь такие веселые игрушки делают. Кто-то, мне помню, даже сделал... То есть рисовалась машина, ей можно было ездить. Она корректно поворачивалась, то есть как будто у нее передний привод, там переключение передач реализовали. Вот, прикольно, в общем. Пятерка человек заслуженно получил за курсовую работу. Вот, как-то так. Есть какие-то ко мне вопросы по материалу, по философски, по жизни и так далее? Если есть, то отвечу с удовольствием. Дайте мне только пару минут передохнуть. Давайте так. Занятие я на этом заканчиваю. Вот, сейчас я пойду буквально 2-3 минутки отдышусь. Те, у кого вопроса нет, тем до свидания. Те, у кого вопросы есть, то готов на них через 3 минуты ответить. Тогда подождите меня, хорошо? Хорошо. Те, кто уходит, тем до свидания. Так, на тему записи, да? Если нужна будет запись видео, я ее в ближайшие дни выложу. Вы мне просто в Телеграм или на почту напишите, я ссылочку скину. Если контакты мои нужны, боже ты мой, их я могу еще раз повесить пока. Так, сейчас, 3 минуты отошел.
Так, я вернулся. Отвечать на вопросик. Можно сразу вопрос задать? Давайте. Вот насчет матриц поворота. Я сейчас нахожусь в 10 классе, но мне бы хотелось эту тему изучить по заранее. Не подскажете какие-нибудь курсы по этой теме? Курсы. Ну, это, наверное, больше к математикам вопрос, нежели ко мне. Собственно, применительно компьютерной графике или просто? Ну, хотя бы мне вообще для многого, так что просто. Я потому что это все дело изучал как бы не по учебнику, а исключительно из, вот как сказать... Но я думаю, если найти какой-нибудь учебник, посмотреть книги по компьютерной графике, которая есть, там это все раскрывается этими матрицами. Именно инженерная графика, компьютерная графика, вот там, где рассматривается аппарат проецирования. Вот. А что их изучать? То есть вот их просто знать надо? Вот, я думаю, на Википедии тут статьи было бы достаточно. То есть они... Там есть универсальная матрица поворота, да, вот которая вокруг произвольной оси, есть вокруг там оси X, Y, Z. Вот три частные и одна общая. На самом деле, тут бы тебе лучше поизучать про кватернионы. Очень удобно поворотами оперировать с помощью кватерниона. Комплексные числа, знаешь, что такое? Да. Вот A плюс BI, да? Вот кватернион – это гиперкомплексное число. А плюс Б, И плюс С, Ж плюс ДК. Это комплексное число с тремя мнимыми единицами. Вот. Я не слышал, они, насколько я помню, используются для поворота камеры. Да. Вот смотри, тут логика такая, что вот у тебя, например, вот если есть двухмерное пространство, я экран видишь, да? Да. Вот, если у тебя, например, какой-нибудь объект в двухмерном пространстве, ты его можешь повернуть там на какой-нибудь угол, там, альфа, например. Вот ты можешь этот поворот... Вот он у тебя будет повернутый, да? А потом, например, возьмешь и хочешь повернуть на угол бета. И у тебя он будет еще какой-нибудь повернутый. Вот с точки зрения двухмерной плоскости поворот можно представить каким-нибудь комплексным числом. Ну, например, z, только в показательной форме. E в степени i альфа. А второй поворот будет там z1, это e в степени i бета. Вот, почему удобно? Вот если ты хочешь какой-нибудь общий поворот придумать, который двойной, да, это будет просто произведение комплексных чисел. Z на ZI. Ой, это не I, это Z1. Это что у тебя будет? E, а показатели степени складываются, да, правильно? Вот. Это в 2D. В 3D намного сложнее, потому что там у поворота есть несколько компонентов. Чтобы повернуть объект в трехмерном пространстве, надо знать несколько чисел. Надо знать, вокруг какой оси, то есть ось – это уже три числа, правильно? И угол непосредственно. То есть у тебя поворот четырехмерный. Чтобы задать поворот в трехмерном пространстве, тебе нужно четырехмерное число. А дальше получается такая штука, что... то есть у тебя множество всех поворотов, это четырехмерное пространство. Ну, потому что четыре числа определяют поворот. Если взять, например, в четырехмерном, если придумать пространство, в котором будет ось x, y, z и альфа, где у тебя первые три оси будут отвечать за какую-то точку, а четвертый будет за угол поворота, ты получишь пространство вращений, в котором каждая точка соответствует какому-то повороту. То есть, соответственно, ты взял, повернулся там на стуле, грубо говоря, и можешь открыть это пространство вращения и сказать, вот я повернулся вот на это вращение, обозначить его точкой в этом пространстве. Вот. А дальше такая интересная штука, что у тебя, например, повернуться на стуле на 360 градусов, это все равно, что повернуться на стуле на 720 градусов. Правильно? Или на 0 градусов.
Или на 0 градусов. У тебя получается, что в этом пространстве вращений все точки, есть точки, которые друг другу равны. И таким образом у тебя получается, что ты можешь пространство вращений сузить до некой сферы в этом пространстве. Четырехмерной сферы с радиусом единицу. И у тебя множество точек этой сферы, это будут всевозможные повороты и всевозможные кватернионы. Вот, просто прикол в чем. Вот кватернионы, они, вот помнишь, да, у комплексных чисел, у них тоже есть своя алгебра, свои правила сложения, свои правила умножения и так далее. Вот, у кватернионов то же самое. Там все из комплексных чисел вытекает по той же логике, только чуть посложнее. Но логика та же самая. То есть, если ты хочешь два поворота сложить, тебе надо умножить два кватерниона друг на друга. И там то же самое, как в 3D. Вот, поэтому проще с вращениями работать с кватернионами, а когда ты уже непосредственно программируешь, есть формула превращения кватерниона в матрицу поворота. То есть всю арифметику делаешь с кватернионами, а в самом финальном этапе превращаешь результирующий кватернион в матрицу поворота и складываешь. Просто поворачивать это неинтересно. Самое интересное, это когда у тебя несколько поворотов друг с другом комбинируются. То есть вот тут сложности возникают. Потому что вот у тебя, например, есть трехмерно, вот может вот представить ручку, например, вот ручку перед собой вытянуть, повернуть ее там вокруг какой-то оси на 30 градусов, ну и там даже на 90, а потом вокруг другой оси тоже на 90. А потом, если ты эти два поворота местами поменяешь, у тебя получится совершенно другой результирующий поворот. Вот когда у тебя, когда ты начинаешь писать какое-нибудь подобие компьютерного движка, а я рекомендую это попробовать сделать, так как, кстати, этап взросления программиста, написать свой компьютерный игровой движок, графически, по крайней мере. Вот. Сложности начинаются, когда ты будешь комбинировать повороты. Ну вот, в частности, про это дело я слушал у математика есть такой Саватеев. Такой популяризатор математики. Можно на Ютубе найти, там написать Саватеев кватернионы. И будет этот... Там у него есть лекция по этому делу. И он там как раз рассказывает про теоремы какие-то с кватернионами и так далее. Вот. А так вообще... Вот есть цикл статей на Хабре. Вот я ссылочку сейчас отправил. Там про как раз более современную OpenGL. Вот где уже шейдеры надо писать, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот там про все это уже более подробно написано, с ссылочками, где почитать поподробнее. И так далее. Вот думаю, если оттуда начать свой путь, это будет очень классно. Спасибо. Все. Так, ну, на этом, наверное, все закончилось. Так, запись выкладывается. Буду выкладывать. Все. Всем до свидания. Кто остался, ну так как тут только я, пока говорю тебе.